От такой жрачки точно ни одна тянка не устоит. Грубо и цинично разделываемся с куриным филе бедра. Наливаем грузинского вина для соуса. Поверили? А я его просто выпью. Давим чеснок и нарезаем. Отправляем в мясо. Добавляем вообще все приправы, которые есть. И солягу. Делаем массаж мясу. Плиту нагрели, масло налили, крышку за собой закрутили. И жарим до готовности. Ну а теперь магия волшебства, жим апельсина стоя. Вот такая хрень получилась. Добавляю столовую ложку меда, немного кетчупа, сливочное масло. Была не была, виски еще налью. Ну и соевый соус, а еще сахар. Все это мы растапливаем, выпариваем наполовину, но потом добавляем готовое мясо и еще 5 минут карамелизируем. Карамелизуем. На самом деле это невозможно есть человеку. Это должны жрать существа с других планет, с более развитыми вкусовыми рецепторами. Это, блядь, 14 из 10.